Не стареюсь душой, ветераны. Пятая областная спартакиада сярод ветеранов физичной культуры и спорту прошла у Столине. Мероприемство собрало каля полсотни ветеранов спортивной галины в области, каб у черговый раз доказать, активному житю узрост не перешкода. Свое житё гэтыя люди цалком присвятили развитию айчынного спортивного руху. Справа, якая для каждого из них была не только профессией, але и справой життя. И сегодня з'яўляецца складаючай доброго здоровья, бадзёрасці, позитивного настрою. Эти спартакиады ветеранов физической культуры, спорта и туризма, как мы называем, они очень нужны. Ведь здесь участвуют те люди, которые всю свою сознательную жизнь отдали действительно служению спорта. Шашки, шахматы, бильярд, теннис, дартс. Это те виды спорта, у яких традиционно показывают свои здольности ветераны физической культуры и спорта. Сёлета у спис спаборництва, у яких змагаліся за перамогу аматоры здорового ладу життя, додалося яшчэ и плавание. Я начинала с 7 класса по многим видам. На плавание для меня было самое любимое. Потом стали и шашки, потом и подводное еще было. Но движет то, что я без спорта не могу. И, конечно, мы приезжаем сюда, ветераны, чтобы встретиться со своими друзьями, чтобы вспомнить свою молодость. И вообще, я вот благодарен всем людям, которые сюда приезжают, еще раз встретиться со своей молодостью, ну и блеснуть своим мастерством. Спартакиады сярод ветеранов спорту у разных районах в области ладятся уже 5-й год запар. Яны выник супрацовництва областного управления физической культуры, спорту и туризму, ветеранской спортивной организации и представительства Национального олимпийского комитета. Мы основной костяк вот этой спартакиады будем определять на республиканскую спартакиаду. Плюс перед республиканской проведем еще свою областную спартакиаду. Планируем или в конце мая, или в июне месяце. Когда люди более старшего возраста показывают пример молодому поколению, привлекают этим самым их занятия физкультурой, ну, я считаю, что это правильно, здорово, хороший пример, и такие вещи нужно поддерживать. Але зразумела ж, вынік у спаборніцтвах такога кшталту не на самым першым месцы. Галоўнае, што ветэраны фізічнай культуры і спорту маюць магчымасць сустракацца і даказваць сабе і іншым. Былых спартсменаў не бывае.